Всем привет, мои маленькие зрители. Здесь машинки для взрослых людей. Знакомьтесь, это Андрей Петрухин. Что он расскажет про свой вот такой вот маленький электрический стул на больших колесах. Я его слепил из того, что было. По-моему, вышло весьма так интересно, брутально. Полный привод. На отдельном управлении передней задней оси. Два аккумулятора. Суммарная мощность 5 кВт. Ну, едет интересно весьма. Проходимость хорошая. Ну, ты скажи, на месте крутится? Выглядит необычно. Закидал меня весь. Себя тоже. А, кстати, фара откуда вообще взята? Да, черт его знает, светодиод такой. Так, маленькие зрители, объясни маленьким зрителям, какая ось больший крутящий момент обеспечивает. Назад приходится 3/4 мощности момента, а перед всего лишь 1/4. Ну-ка давай стартани и посмотрим, как они вращаются прям. Андрюшка никак не может успокоиться. Ну чё, как ты пришел к такой идее вообще? Просто так, да? Случайно. Внезапно так. Да. Проснулся утром, щелк, да? Да. Мне было мало гироскутерных колес. А электрический стул в стоковом состоянии в предыдущем уже перестал доставлять удовольствие, да? Да, всё, слабый. Брутальный. Слабый, не брутальный. Итак, дорогие друзья, здесь аппарат вот так вот выглядит не очень презентабельно, так скажем, во внутренней своей начинке, да? Это обкаточный тестировочный вариант. Это не финальный образец, это просто пробуем, тестируем. Не обращайте внимания, в общем, это вещь чисто для удовольствия, развлечения и так далее. Да, Андрюх? Да, все верно. Как он будет выглядеть? Как ты его видишь в будущем? Ну, я его вижу, скорее всего, с каким-то картинговым сиденьем, то есть с боковой поддержкой. Сиденье будет ниже и дальше назад. То есть будет более удобная посадка, более спортивная. Руль, соответственно, тоже наклонится. Назад так же само. Будет чуть-чуть удобнее все это дело и безопаснее. Колеса, я так понимаю, от того типа квадроцикла твоего. Нет, предыдущего. Нет. От чего же? Это вообще от сети Кока. Интересно, интересно. У данного аппарата, кстати, вот, если посмотреть, реализованная система раздельного управления передним и задним приводом. Когда тебе нужен задний привод, ты используешь только одну гашетку. Когда нужен передний, используешь левую гашетку. Что это дает? Когда ты во время заноса чувствуешь, что тебе не хватает зацепа на передней оси, используешь аналог переднего привода. Если тебе нужен больше угол заноса, отключаешь передний и пользуешься задним. Когда у тебя занос стабильный, ты используешь и передний, и задний привод в режиме AVD, так скажем, all-wheel drive, полный привод. Такие дела. Это требует большой подготовки, тренировки. Можно целый день кататься, получать удовольствие и как бы получать так называемый аналог
полноприводного автомобиля, причем с центральной развесовкой. То есть у него нет проблем с тем, что у тебя двигатель спереди, двигатель сзади. Ты сидишь ровно по центру и чувствуешь идеальный баланс. А чтобы этот баланс поймать, ты нивелируешь, ты пробуешь передние и задние полноприводы. Вот такая вот интересная техника для тренировок вестибулярного аппарата, так скажем. Вот я снега поел. Лайки, подписывайтесь. И всем пока, мои маленькие зрители.